Так, і що видобудаческий монастир. От. Такая красота, лепота. Такие тут красивые цветы. Видите? Красиво, конечно. Ра. Виктор Васильевич. Сам что-то выписывает. Там Днепр. Вот сразу за вот этим зданием. Это мы на горе сейчас находимся. Не сильно высокая здесь возвышенность. М-да. Что тут написано? Что тут? Роскоп богослужения, православный святой. Угу. Загальный звенный битковский, великий святой. Такое вот видео. Магнолия. Все, пошли. К Кутулаеву поедем. Скиньо. Не? Холодно. Да. Но все равно, ну даже ты вот одет, все равно чтобы ходить. Кто? Ага. На келья чья-то, да? А? Кто-то живет же что-то? Это домик. Да.
Может, отшельник живет, видите? Завтра место для отшельника. Не смеши. Вот этот забор у меня не было, когда мы были. Вот этого заборчика? Да. Вот. Какой забор вот делал точно этот самый? Кролик этот такой. Как его звали? Ну, этот кролик. Я ценю, что рельс России. Ну да. Бабла там. Отстегнул это. Там награду. Ну вообще позорище. Ой, ладно. Где? Там мокрый, грязь, он пройдет там и дальше этот самый монастырь. Здесь монастырь? Ну вот дальше, вот это же ботанический сад. А-а-а! Это Ионинский. Все, да я понял. Вот там наверху, да? Ну там УПЦ, да? Да. Тот Свято-Ионинский, да? Да. Вот такие красоты. Что? Ну все, водички и поехали к Рустаму Назимович. Все, поедем к Рустаму Назимович. Пока. Еще, да? О, колодец. Так. Скажите мне, как это делать? Не будемо вдячні за ваші щирі пожертви. Так. Скажіть в воду, вода з нього йде. Як воду набирати? О! Господи! Нажав на кнопку і все. Вкусно. Все. Мерзам. До свидания. Была бы бутылочка набрал. Еще немножко. Последняя. Вот так, Виктор Васильевич, одуванчик съел вместо алкоголя, да, Виктор? Ну, что вставлять? Ну да, зато полезно, хорошо. Все, всем пока. Не, монах. Еще свет какой-то называется, забыл такое название, Апал, господи. Какой-то подитрин, подпозитрин, короче. Апа, да, очень тут мы уже были, самый, ходили. Раковые клетки убивают. Ну да, в одуванчик. Так, то магнолия. Последний бинокль через 20 минут. Где? Здесь. Ага.
тут надо жить. Верить в это во все. Жить. Что ты говоришь? Не понял. Оставайся, уйди, иди к игумену, просись к послушанию. Да сейчас меня... Тут нужны... А тут работы много, за вот эти все цветы всякие, да? Уже чистотел, глянь, вовсю, да? Пошел, да? Опа, еще. Тут она. Кися, а что такое? Больная кися, да? Ну, возраст у меня старенький. Господи, моя умничка. Ой, ну у меня нету ничего, господи. У меня нет, что я съел. Господи. Ну, помай, поглотишь. Моя кисенька, ну... Понятно что. Ой, господи, даже его... Да, да, нельзя его трогать. Да. Да. Вот тут. Вот так вот. У меня пальцы замерз. Ну, так пальцы замерз. Ну надо было посетить центр, посидеть там поближе. Да ну сиди. Мы приехали на 15 минут.